Ажурный узор с повернутыми столбиками. Вот схема этого узора. Схему, как всегда, вы сможете найти на моем сайте, ссылочка будет под видео. Раппорт узора 4 петли. Для того, чтобы показать вам на трех раппортах, я набрала цепочку из 13 воздушных петель. Это 3 раппорта по 4 петли и 1 петля для симметрии узора. Теперь делаю воздушную петлю и вяжу столбик без накида. Теперь делаю 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И на этой цепочке, вот на первых 3 воздушных петлях, вяжу 3 столбика с одним накидом. То есть начинаю вот с 3 петли от столбика. Три столбика с одним накидом. Раз, два и три. На начальной цепочке пропускаю 3 петли. Раз, два, три. На 4 столбик без накида. Это один раппорт. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 столбика с одним накидом, начиная вот с 3 петли. 1, 2 и 3. Пропускаю 3 петли начальной цепочки. 1, 2, 3. На 4 столбик без накида. И еще один такой же раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 3 столбика с одним накидом. Начиная вот с 3 петли. 1, 2 и 3. Пропускаем 3 петли, но здесь это у меня будет последний столбик без накида. Такой вот необычный первый ряд. Теперь делаю 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Под вот эти вот оставшиеся свободными петлями вяжу столбик без накида. Воздушная петля и еще один столбик без накида под эти же петли. Воздушная петля. Перехожу к следующему раппорту. Под вот эту вот свободную цепочку. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. Воздушная петля. И на следующем раппорте то же самое. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. А вот в конце ряда связать столбик с 2 накидами на крайнем столбике без накида. Для того, чтобы вот все было ровненько. Следующий ряд. Воздушная петля. Поворачиваемся. Столбик без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. А вот теперь смотрим вот на воздушной петле, которая у нас вот между раппортами. Вяжем столбик без накида. 3 воздушных петли и еще один столбик без накида под эту же петлю. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую петлю между раппортами столбик без накида. 3 воздушных петли. Столбик без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В конце ряда столбик без накида под петли подъема. Вот такой вот второй ряд. Пока не очень понятно. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Поворачиваемся. На вот этих вот длинных арочках столбик без накида. 3
воздушных петли, столбик без накида на длинной арочке, 3 воздушных петли, столбик без накида, здесь воздушная петля и столбик с одним накидом на столбике без накида в конце ряда. Выровняли, и теперь повторяем практически этот раппорт. Воздушная петля, столбик без накида. И теперь опять начинаем вязать вот эти повернутые столбики. 7 воздушных петель, 4, 5, 6, 7. Также 3 столбика с одним накидом, начиная с третьей петли, на третьей, на второй и на первой. И здесь столбик без накида вот по цепочку из 3 воздушных петель. И таким образом вот продолжаем. То есть это вот этот ряд уже равен практически первому ряду. Давайте покажу, как выглядит этот узор на большом образце. Вот такой образец у меня получился. Он, конечно, очень ажурный, такой дырявенький. Но смотрится, в общем-то, интересно и необычно. Очень ажурный летний узорчик. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек!